Итак, парни, Андрюха расстроился, что проиграл. Говорит, давай мне Фреда, которого я недавно пригнал. Это последняя наша покупка, кстати. Он говорит, давай Фреда, который только пригнал, говорит, давай на нем попробуем. Сейчас мы спросим у него. Она, Андрюха, что, как ты думаешь, на этом Фреде выиграешь? Я думаю, я уверен. Да? А почему именно этого Фреда выбрал? Естественно, я тебе перегнал, вот я сказал, Семёнов тоже неплохой, но там короткая меритора, она более капризная на переключение по попаданию в оборот. Да. Здесь я тот, здесь он неплохо едет, но не для гонки, для заезда. Я понял. Кстати, здесь ПГУ стоит, смотрите, друзья, сделано ПГУ. И также здесь редуктора у нас 3.55, так же, как и на Кенварде. И коробка такая же ЦЕшка, как на Кенварде, один в один. Да, то есть, это уже с Детройтом. У нас заезд, получается, Caterpillar 15, Cummins 15 с Детройтом. Да. Передатка одна и та же. Давай, что там с воздухом? Ну все, друзья, он расстроился, разозлился. Так. Сейчас посмотрим, друзья. Детройт, Caterpillar и Cummins 15. Передатка одна и та же. Андрюха не любит проигрывать, что могу сказать? Давай, 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 давай! Ну все, сейчас заедем, поехали! Это мой любимчик, Максим! Как ваши впечатления? Будет видно.
А по поводу синего что скажешь? Синий хорошо, ты видел, он сначала прыгает, но он 1800 дальше не прыгает. Ну ты прям попадал в скоростях все, да? Я все четко попадал, каждый раз брать не буду. По синему так, да? По синему так. Ну все. Машина машине рознь, как говорится. Да, хорошо. Хорошо, давай, Андрюха. Давай, братан, давай. Спасибо, что пригласил, мне приятно. Ну все, давай, друзья, все, удачи.